вечер, дорогие земляки, дорогие петербуржцы. Вы знаете, я тоже волнуюсь сегодня, как и все выступающие передо мной. Честно говоря, не припомню вот такого теплого и по-настоящему неофициального события, такой встречи вообще. И очень приятно то, что мы здесь сегодня собрались. Я хотел бы просто напомнить, что буквально с первых дней своего рождения во все времена при любой власти наш с вами город был ориентиром для страны. Более двух столетий на него равнялась Российская империя. В самые трудные минуты в окопах Великой Отечественной солдаты Красной Армии спрашивали друг друга, как там Ленинград? И услышав, что он стоит, находили в себе силы для того, чтобы продолжать бороться с фашистами. Вообще, ленинградцы, петербуржцы, люди особенные, люди с обостренным чувством патриотизма, чести, достоинства, справедливости. И для нас с вами интересы страны, интересы города, интересы людей, интересы того дела, которому мы служим, наверное, выше всего. Может быть, именно поэтому в тяжелые для страны, сложные для страны годы конца 20 века именно наш город подарил России команду государственников. Команду, которая под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина сохранила и сплотила страну. Я уверен, что в грядущее воскресенье все взоры будут прикованы к родине президента. И все будут смотреть и думать, как проголосует Петербург. Придут ли петербуржцы голосовать? Я считаю, что мы обязательно это должны с вами сделать. Для того, чтобы, во-первых, выразить таким образом свое отношение к тому, что произошло за последние полтора десятилетия в нашем городе. К тем победам, которые одерживает наша страна последние годы. Просто свое отношение к родине. И сделать, как об этом уже говорили, действительно осознанный свой личный выбор. Куда идти нашему городу, куда идти нашей стране. А не давать такую возможность каким-то другим людям. Потому что это наш город, это наша страна. И вы знаете, дорогие друзья, вот я уверен, что Россия действительно ждет от нас с вами конкретных дел, ответственных поступков, если хотите, такой деятельной любви. Россия верит в нас, и мы ее не подведем, потому что Петербург никогда не подводил. Да здравствует наш славный город! Да здравствует Россия! Мы просим вас остаться на сцене. Дорогие друзья, уважаемые избиратели, на сцену приглашается председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов, пенсионеров, инвалидов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Тихонович Волобуев. Дорогие друзья! Я хотел бы еще раз от имени городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов обратиться к вам, сказать и выразить вам огромную благодарность за то, что вы пришли, за то, что вы участвовали в сегодняшнем прекрасном мероприятии. Вот всем артистам сказать огромное спасибо. Каждый из вас получил огромное удовлетворение. И, конечно, мы с вами в воскресенье со всеми своими родными, близкими пойдем на выборы и выберем достойную законодательную власть нашей страны и нашего прекрасного города Санкт-Петербурга. Спасибо. Василий Тихонович, оставайтесь с нами, пожалуйста, на сцене. Дорогие друзья, звучит гимн России. Россия, наша держава, Россия,
уважаемые друзья, петербуржцы, мы благодарим вас за участие в нашей встрече. Мы желаем вам счастья, радости, удачи, здоровья, благополучия, процветания вам и вашим семьям. И до новых встреч. Увидимся 18 сентября на избирательных участках с паспортами и не опаздываем. Давайте сделаем каждый свой выбор. Спасибо.